Вот, ехал из Новосибирска в Томск, и здесь под Юргой какая-то пробочка. Издалека подъезжая, увидел, что там где-то вдалеке, видимо, какая-то машина перевернулась. Сейчас подъедем, посмотрим. Сегодня все утро шел снег, всю ночь шел снег, вчера весь вечером шел снег. Похоже, там случилась катастрофа. Да, действительно. Так оно и есть. Какая-то фура сошла с дороги, и сейчас ее пытаются вытащить. Видимо, это надолго. Но тогда тебе придется искать поставщика, который бы дал тебе за 3000 рублей. Погоди, Саня, тут что-то, короче, какой-то этот коллапс на дороге. Так, я гляжу, здесь еще и машина побитая справа стоит. Видимо, кто-то в кого-то врезался, в конце концов. Ну вот, вроде бы растащили пробку. Точнее, вытащили машину. Как сейчас здесь будет разъезжаться пробка, пока непонятно. Не так много времени заняло. Ну, судя по тому, как я подъехал, да, видимо, пробка там приличная. Такая пробка во встречном направлении довольно большая. Надеюсь, что с водителем и с пассажиром ничего страшного не случилось.
ну, около километра пробка была во встречном направлении. И у меня есть такое предположение, что все-таки эта машина улетела чуток раньше, видимо, во время сильного снегопада, либо под утро, либо ночью. И только сейчас они нашли трактор, чтобы вытащить это. Надо быть очень-очень осторожным на российских дорогах. Очень-очень осторожным.